сегодня мы находимся на открытии замечательного салона Барбершоп Тони Монтана. Ну а что же здесь будет происходить, вы увидите прямо сейчас. Смотрим. Девятнадцатого ноября состоялось открытие Барбершоп Тони Монтана. Гостей ждал изысканный фуршет от ресторанного комплекса «Лидо» и ресторана японской кухни «Тануки». Розыгрыш призов, мастер-класс и тайский массаж от салона тайского массажа и спа «Тайрай». Кульминацией вечера стал зажигательный стриптиз от танцовщиц стрип-бара «Стрекоза». Здравствуйте, меня зовут Антон, я учредитель барбершопа Тони Монтана. Сегодня, 19 числа, мы собрали всех своих друзей в честь знаменательного события. Мы открываем настоящий, полноценный, самый интересный барбершоп в городе Уфа. Сегодня замечательный вечер, мы хотим поздравить наших партнеров барбершоп Тони Монтана с праздником, с открытием. Пожелать им долгих-долгих лет процветания. Огромного количества благодарных клиентов. Мы очень рады, что такое замечательное место появилось в нашем городе. Я представляю группу компаний «Лидо». Это несколько ресторанов по городу Уфе, горнолыжный комплекс, Олимпик парк. Мы поздравляем барбершоп Тони Монтана с сегодняшней презентацией. Мы являемся партнерами и в дальнейшем хотим остаться с этой замечательной компанией в партнерстве. Очень классное атмосферное место, как сюда заходишь, просто какое-то нереальное ощущение, тут очень круто, тут очень классно, и всем тоже буду советовать, чтобы сюда приходили, делали классные прически, создавали крутой имидж, и просто место обалденное. Смотрите М-телевизион. Здесь очень крутой интерьер, нам очень здесь понравилось. Була тут постоянно будет сюда приходить, теперь стричься и брить свою бороду. Густую, яркую. Интерьер очень приятный. Нынче создалась такая тенденция вот эти интерьеры делать. И они очень приятные на самом деле. Они создают какое-то впечатление такого легкого уюта загородного. Вот. Что хотелось бы пожелать нашему барбершопу дорогому Тони Монтана. Хотелось бы процветания пожелать и как можно больше клиентов, чтобы ежедневно здесь была толпа народу. И они все уходили довольны и с улыбкой. Я хочу поздравить своих друзей Булата и Антона с открытием этого замечательного барбершопа Тони Монтана. Желаю, чтобы у них всегда было очень много клиентов, очень много друзей, всегда было так же весело, как сегодня. Процветание вам, ребята, я вас очень люблю. Тони Монтана. Территория настоящих мужчин. Уфа. Революционная 57.